Сегодня второй раз вышли на лед, как вернулись из России. И вчера, если было минус 7, а сегодня минус 2, то вот эти вот 5 градусов, они воспринимаются просто настолько чувствительно. Вчера вот ехали, лед классный, но ноги вот тут в юбочке, да? Я же в юбочке. Вот, они немножко как-то мерзли в колготках. Я думала, надо двое, чтобы колготок было, или брюки одеть. А сегодня вот колготка просто прекрасная, я бы даже сказала, жарко. Жарко, потому что минус 2 всего. Вообще такая классная погода. Солнечная. Прямо такая от души. Все нравится. Я уже думаю, больше Мюнхен не буду критиковать, потому что тут каток. Потому что каток, как и баня, для меня все плюсы забивает, все минусы. Вот так вот. Всем привет из Мюнхена. Я поехала.